самец. А вот это мало, я не знаю. Похоже, ну зато. Это вот после дождя они прошли. Сейчас проедем, поглядим на нефтепроводе «Дружба». И тут, там на песке будет видно картина. И на логово съездим еще. Больше всего похоже, что он идет на косулю. Пушнинка какая-то мелкая. Видишь? Mm-hmm. Вот она легенькая-то. Пушнинка. Yeah. Но это уже старая. Вот так. Видишь, это черная уже. Что-то значит, если белая такой идет шерсть, он значит кости уже такие что-то перемало. Начинает кости есть. Вот так вот. Как в обычной собаке, так и у него получается. Кости. Это уже. Можно сказать, что тут не один волк. Насрал? Да, не один волк тут уже не срал. Может, он даже приходить и периодически тут сюда и помечать свою территорию. Покажем, как определяется волк и волчица. Значит, у волчицы, по наблюдениям за много лет охоты, два когтя расходятся в разные направления. Uh-huh. Вот волк прошел, то есть они практически вслед идут. То есть вот видим, волчица небольшая по следу, если вот сейчас пойдемте посмотрим, вам покажу. Вот, волчица по следу, вот волчий след, вот она волчица, она небольшая по следу. А вот сейчас, это Виталий. А вот это волк. Видишь, она идет. Вот, там. Разница почти в два раза, ну, след. Uh-huh. То есть мы тогда наблюдали по свежему, просто сейчас ветер большой, ну. Задуло песком, да. Мы в тот раз волчица первого выводок сделала, у нее три прибылых волчонка. Мы тогда, ну, когда они отозвались, переярки были. Тут то, что стадо видели, это прибылые, переярки все вместе были собраны, здесь седолов. Волк, видите, уже очень, ну, матерый такой, килограмм под 60 будет. Да? Волчица такая, килограмм 40. Уже можно сказать, что волк матерый, так? Да, волк матерый, здорово. Так Тимофеевич его видел тут раз, он же вышел, у него 70 метров. Да, он не успел выстрелить. Ну давай пройдем туда сейчас, там поглядим. Так а что они туда-сюда шли? Вопрос такой, да? Если я, ну, в жизни не охотился на волка, на вот на вабе, да? С чего мне надо было бы начать? Например, вообще как это происходит? Во-первых, чтобы самостоятельно начать вабить, надо себе внушить это дело, не стесняться, вот, и пробовать. Сначала один попробую, где-то есть зверь обитает там, в этом районе, вот ты и попробуй. Угу. Особенно это, чтобы убедиться в правильности твоей, все, попробовать зимою, хотя раньше было вот, все волчатники доказывали, что зимой, ну, нельзя. Бабой никто не занимался так все, а мы сейчас занимаемся, разработали. И все нормально это, идет. Все, да, и именно что. Чтобы убедиться потом по следах, что он там есть, праведности в обене твоей бабы, что ты производил, как он себя вел. Ты потом, допустим, обходишь волка, вот, все. Это я для того, чтобы не быть голословным. Но. Вот, просто что так, ага, вот то, что вот круглый год можно, как бы лапшу на ухо навешал там, что все. А слушай, ты вот мы уже второй день охотимся, чуть-чуть начал соображать, что происходит.
я думал, что вабельщик вот как бы на оленя, я зову на себя. А получается, что вабельщик внутри эти зоны, где расставлены охотники по кругу, получается, да? Ну, это смотря в какой ситуации. Если нету, допустим, ветра, ты по отношению к волкам, то сам вабельщик должен предоставить право выстрела не себе, вызывать-то на себя, но предоставить право выстрела людям, которые приглашены на охоту. Он должен организовать охоту. Поэтому, если он сам стреляет, это уже в крайнем случае где-то, ну, просто случайно он надо. Проскочил, да. Да, там вот сюда-туда. Это, ну, и если это возможно, конечно. И так он должен выставить зверя кому-то. И волк, получается, прямо не пойдет на вабельщика. Так. Вот, вот там он, воет, он не пойдет. Да. Да, он ориентируется хорошо. Может прямо идти, смотря какому волку, какой звук преподали. Вот, ну, преподнесли. Хорошо, о звуках. Вот какие есть? Есть малый волк, да, самка. Там самка, самец, матерые, значит, прибылые. Там месяц, два, там три, там все разно, разные звуки чуть-чуть. А вот, окей, я научился, например, да, вабить. Вот пришел на место, с какого звука вы начинаете? Вот. Это вот примерно как у нас есть такое выражение, мы уже сами по себе, нигде это в литературе не описывается, мы уже, вот волчатники, нас где-то примерно, знакомых у меня, допустим, и учеников, там человек пять таких сильных уже людей, которые все, и у нас есть термин, как бы, мы по-своему называем, значит, средним голосом, это значит просто как средний волк, у нас уже и флешка записана так, что вот на кнопку нажал, там средний волк написано, все. Как правило, выявление там и добыча иногда идет только на этот звук. Вот, ну, больше у нас получается. Они отзываются, получается. Да, да. Да? Или могут это созваться, может не отозваться. Это 50-50 еще. Это не значит, что зверя нет. Когда он ближе, он может не отозваться. Просто тихо просто придет. Тихо придет, и все. Иногда близко они не отзываются, а просто идут, и все. А вот вчера получилось, что первый звук делали этого среднего, а потом делали самку скорбящую. Да, да. Да. Ну, и вот тогда она, они начали идти. Она уже, ну, получилась. Но мы не слышали просто, когда они отзываются, но вот на самке. Ну, а почему стая тогда на самку начала идти, получается? Ну, такая ситуация, допустим. Может, стая вышла, ну, как бы, может, не было, может, она отошла где-то, ага. Вот, сама, не было ее стаи, вот она может пойти. Или, допустим, ага, вот это молодые волчицы она услышала, ну, как мы преподнесли этот звук, вот, погода была плохая, ветер, вот, ну, в разную погоду по-разному зверь примет, как его и скажите. Сама природа, там, влажность воздуха, там, да, все, да, все да, это. Да. Это как бы ветер был сильный, мы сделали как боковушка такая. Это значит, мы вабим с одной стороны, от стороны ветра, который он дует, а номера выставляем в конце, как бы весь этот, даже дальше этого массива, которым мы предполагаем, что потому там что волки. Так получается, потому звук что волки, да, звук пошел к ним, они, как правило, матеры всегда. Обход из-под ветра идет. Да, да, чтобы не уходить. Проверить, да, проверить, где-то что-то. Все. А напрямую там всякий, может, лес мокрый, он тоже по росе не захочет идти. Он выйдет на таронную дорогу, на поле. И все, вот этим мы и пользуемся. Когда у нас вчера был косой ветер по отношению, так, ну, немножко под боковушку не подходит, вот, а получилось чуть-чуть на косой и подкручивало. Вот, поэтому мы вабили дальше немножко, чтобы хотя бы зацепить звуком их, там, чтобы они услышали там. Вот, например, какие паузы делаете через... Ну, вот примерно по лету. Не меньше, вот
я считаю, что длиннее пауза – это лучше. Лучше. Ну, по крайней мере, годами это все доказали, что длиннее пауза лучше. И, допустим, произвел 5-6. Если сильный ветер, можно и больше, потому что иногда ветер вырывает почти вот целый вздох, вот это все провабишь, раз. Вот, а он порыв такой ветра, что он вырывает почти не слышно. Да. А мы тогда стояли. Там. Можно и больше. Допустим, где-то 5 и 6. Ну, а так обычно хватает 3-4 раза. И тогда ну, полчаса нормально. Перерыв получается? Да, ну, минут 20. 15-20 минут положено так. Ну, вот так принято было раньше. Ну, сейчас я считаю, что пауза больше. На зимний период вообще минут 40. Вот. Надо заставить его искать. Не спешить. Если, допустим, ты учуял, не старайся подманить быстрее. Все. А выжди, все равно паузу выжди. Понятно. Даже может быть длиннее. Пускай ищет. Отойдет, назад придет. Потому что когда на большом поле вот, вызовешь на поле, и ты уже смотришь на них, и как они реагируют. Они тогда видишь, что делают. Да, идут, потом раз, ага, уже должен объект быть, а его нету. Да. А его нет. Вот они посидели, поенчили, да? Забрались. Я думал, что они, знаешь, вот побрали. Пошли. И идет. А нет, вот. Они тихонечко. Вот, поэтому он назад уходит, потом назад тянешь. И вот эту вот картинку. Иногда большое поле на середину вытягиваешь. Вот, получается, добыть не можно, потому что ну, не думано, не гадано, ну, да. Расставлены так номера, что и стрельнуть не, ну, друг против друга. Они вышли не на край, вот, чтобы все выстрелили, а в середину, а номера стоят, а на поле вытянут в середину. И вот когда все посмотрел, карабины молчат. Посмотрел, никто не хочет в направлении человека стрелять. Все. Ну вот, например, какой звук, что значит и когда лучше применять? Вот, допустим, мы раньше до 12 часов, это до полуночи, до полуночи, всегда ехали в предполагаемое место и выявляли, точно ли, в каком месте, что выявление, ну вот как мы называем, где выявить, они, где да. они. Они отзываются тут, да, тут, там. Вот мы 12, а утром уже организовывали охоту, допустим, по лету это уже в 4 часа уже видно. 2-3 района, вот, и мы вот вабельщики, и вот совокупность, вот где-то получается, что мы как бы учитываем один одному, созваниваемся, сколько ваша группа. И вот так вот позапрошлый год это мы добыли по Мозырскому, Галинковскому и Петриковски. Так вот рядом мы согласовали где-то больше 90 волков добыли. Вот. Ну что, произведем? Давайте. Это тогда средние, я думаю, да самые тут популярные? Это самое. Попробуем средние волки. Это просто средний звук, там все одно колено. Люди некоторые вот вабельщики используют, это просто без колена там. Все. Но это их право, они добывают так, мы добываем так. И вы вначале еще делаете такой. Да, но это всхлип, как я говорю, всхлип перед началом. Но он, как говорили, его можно все, он да, но просто так легче, как бы хватануть воздуха. На самом деле, когда поближе волк, он тогда и слышно это. А если подальше, он этого не слышит. Да, это он как бы начинает и все. Да. Но посмотрим средненького волка. Oh.
не буду полный процесс, надо, допустим, где-то не меньше 4-3 раз. Вот. Так сразу? О, а так, если ветер сильный, то можно 5-6 раз больше, потому что иногда ветер вырывает этот кусочек. Да. Вот. Главное, чтобы зверь тебя учуял, услышал, вернее. Смысл такой, получается, как бы вы пришли на их территорию, да, и они тогда ищут вас. Поэтому всегда мы на выявлении применяем этот среднего волка, вот этот термин, и волчицу. Это как бы молодая волчица, там, как бы под переярка. Получается, что взрослый волк матерый этого не боится, может попасть такую группу риска, что там он его не боится, или это дружок, и он сильно не издает грозный звук. Вот. И, как правило, попадает и в ту сторону, плюс, и в ту для сближения. Поэтому вот произведем этот звук. Как он называется? Просто самки звук, да? Да, это волчица. Нас называется волчица. Все, волчица. Раз, все. Колено одно, но потом такое. Да, как бы по-нашему как бы жаль какой-то. Скорбящий. Да. Вот раз она скучает, она все, и как тревога, и заодно сразу и печаль, и все. Вот, поэтому это тоже дает большой процент. Вот. Особенно молодых, прибылых. Призывать к себе. Ну и еще этот матерый волк, да, из звука 3. Реально используете матерого волка звуки? Иногда только так. Все. В каких ситуациях? Это, бывает такая ситуация уже, когда они идут, тогда применяешь все. Чтобы... Если они есть, то уже применяешь все. Допустим, можно производить матеру. Это значит побольше духа, побольше звука, но не превышая того, что есть на самом деле. Да. Чтобы не быть самым не крутым просто кричать. В лесу. Да, не просто кричать, потому что на этот звук надо, чтобы буковка превратилась в вой. Да. Это так, как и на оленя. Твоя буковочка... А трубочка поможет. Резонанс. Да. И все. Поэтому попробуем. Подкручиваешь, это чтобы рассеять звук, чтобы голова. Идет в основном направленный звук, труба куда смотрит, туда все, но ты чтобы свою фальшь скрыть, ты вот так покручиваешь сюда, туда-сюда, а в основном волк то голову то наверх, кверху, вот тогда а так вот это покручивание, вот это чтобы скрыть свой фальшь. А сколько например, вот сегодня спокойный вечер такой, да? Ветра почти нет. Сколько идет звук кварталов?
Один, допустим, два, если хорошая зорка, влажность нормальная, там невысокая влажность, то где-то километра 3-4 до 5 километров это идет. Это хорошо. Когда да, далеко. Открытое, когда все идет эхо, и вот по этому эху, или тебе отозвались, иногда учет делаешь волков, когда тихенько, зорко, только, ну, зорко это значит закат, восход. Да, да. Вот, утренняя, вечерняя зорка. Вот, поэтому добычливый, как всегда, утренняя. Потому что, ну почему, я говорю. Ну, они люди сейчас добывают больше с вечера, чем утром. Вот. А просто мы, почему раньше начинали выявление вечером, а утром добыча. Охотились. Охотились, там все, уже с машины выставляли номера. Чтобы меньше не топтаться, ничего. Машина как ехала, поехала. Вот. Иногда добывали так, что вот они не выходят. Машина, техника собирает людей, а и уехала, погазовала там специально. Типа, что мы поехали. На кабана как так правило, как правило, после. Да, на любого зверя. Да. Как правило, идут проверять, кто там был. Да. Вот, поэтому... И попадается. Кто там был. Вот. Ну, есть такой у нас термин, когда не идут. Вот. Стая воет, вот, рядом. Даже иногда и 100 метров нету. Вот сидит в крепи, там бобровая высохла лощина, там низина. Вот, понимаешь, что да, это да, такое. Да, да. Вот. И волки, волчи-то туда их кинуло, они доедают бобра там, все, и заодно не ходят, это примерно июнь-июль. Вот, они уже такие ладненькие, уже из черненького превратился, уже сильно. Лапки хорошие поросли, ушки встали, уже хорошие такие, сивенькие бегают. Вот, они не вылазят, вот тогда мы называемся ближний бой. Вот, идем. У нас такое. Это только знают. Никто не знает, но только знают мои ученики. Они когда меня увидят, они поймут, что я говорю. Ближний бой. Да, это называется ближний бой. Вот. Вот я уже тут применяю волчицу и скуление ее. Это да. Такое, да. Вот. Поэтому идешь до тех пор, вот ты определяешь, что они не ушли никуда. А это и определяется тем, что делаешь отход. Отход – это значит вокруг, как были номера у тебя, все, даже там нельзя, но все равно ставишь людей, и они как бы отходят звуком только. Тише, 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 тише. Но они никуда не пошли. Они делают, как бы они далеко ушли. Вот стая шла-шла к тебе, потом затихла и вроде… Они 300 метров отошли и остались на месте. Вот это у них есть хитрость. Да. А вокруг-то мои люди стоят, говорят, да никуда, никак, как, вот, как стояли, там и стоят. Да, да. И вот мы утром уже идем на ближний бой. На ближний бой, примерно, допустим, вот я зашел, желательно найти эту тропу хорошую, это значит, тропки, которые они натоптали, они там живут уже хорошее время, там неделю, две, три, уже видно, как это лозы правильно называют. Вот на первый лаз там пришел, там все, ага, вот это вот, ну, стараюсь, чтобы чище было, чтобы можно было выстрелить. И желательно гладкоствол с собой. Ну да, в потому лесу что не, в лесу нечего, это пока там все. И вот заходим, и я, как правило, беру одного человека с собой. Сам не иду. А остальные все стоят по кругу. Обязательно. Потому вы, что, получается, внутри круга. Да, внутрь лезу, внутрь этого все, захожу туда. И один человек с собой. Обязательно. Потому чтобы что, стрелял. Стрелять или, допустим, вот они отозвались чуть дальше. Я его посылаю по этой же полозу. Да. Дальше сам остаюсь на перекросточку. На перекросточку. Все. И вот он. Раз, он бьет или первый, или ко мне.
прибегают. Они и я вот начинаю так? Такой звук. Вот как бы волчица, то самое, что у нас было, да, вот, вот угу. Допустим, так. Только не громко. Угу. Потом, это... потом чуть-чуть проходит время, я ну, уже понимаю, что расстояние, допустим, тут сколько, 300, там, 200 метров. Угу. Быстро же да. Подойдут там, рысью даже. Это проходит там где-то 2-3 минуты, и я начинаю так. Такой получается, звук, как скуление, нудить. Да, да, так, да. Вот такой, не знаешь, что делать. Что, да, да. Скучаю там, да, да, все да, жду. Да. Вот, все, идите ко мне, вот это все. Как бы она что-то преподнесла, или вот ее сташнивая сейчас будет отрыжку делать. Да, да, да. Когда делает отрыжку, она называется облегчиться. Волка есть такой термин. В любом случае, при испуге, при все. Они вынуждают, если подъевши, а сама физиология волка сделана, он наелся, должна обработаться пища, а потом mm-hmm. только отдать кому-то. Поэтому они, если волк пришел и не хочет, наелся же сам, ему хорошо, вот, а отрыжку надо, волк принес ей, так она будет его баловать до тех пор, ну, что срыгнет. Понимаешь? Понятно. Вот так и тут. Вот они начали. Поэтому и этот звук хорошо применителен. Что тогда, спасибо за такую интересную информацию, где реально нигде не найдешь. И мы пойдем сегодня тоже охотиться. И будем надеяться, что сегодня побольше будет вести, чем вчера. Потому что вчера как бы ветер, а сегодня тихо, так шансов. И нам будет приятно. И нам будет приятно. И нам будет приятно фотосессии сделать хорошие. Хорошо. Ну, самого больше вот на моей жизни мы добыли сразу 7 штук. На одной точке. Это будем надеяться. Все, парни, идем в лес и будем смотреть.